Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет обзор на Snuff Ozona Cherry. Вот такой вот, посмотрите, снафик. Snuff нюхательный табак. Надпись Ozona Cherry Snuff Fresh и Fruity. Ну, фреш, мята и фрукты. Вот. Вот такой вот. Обычно. Вот у нас, вот мы видим вот так. 7 грамм здесь. Делает его также пошил немецкая фирма, немецкий снаф. Вот масса нет, 7 грамм. Вот такой вот снаф. Ну, давайте посмотрим по коробочке. Коробочка у него, в принципе, у Ozona все простые. Если сравнить с таким снафом, обзор у меня на него есть, смотрите. Совсем одинаковая, только здесь, что она такая зеркальная. Под металл сделан, но это пластмасса. А здесь вот, вот так они все одинаковые, все, видите. Вот. Ничем не отличается. Просто будет вкус другой. Ну, давайте пройдем по этому снафу. Как он пахнет? Как что? Кстати, вот неудобно у них, кстати, защелочки эти. Ну, пахнет. Немножко есть какие-то нотки фруктов и вишни. Тут здесь не одна вишенька. Здесь... Вот, ну, наверное, соляночка такая из разных фруктов и добавление вишни. Давайте сделаем вот так вот. Вот, мы сейчас его понюхаем. Кстати, как нюхать? Нюхать можно сюда его ложить, сюда. Можно на какой-нибудь столик, потом трубочку сделали и нюхнули. Хоть на палец, как кому удобно. Ну, давайте мы сделаем вот по стариночке. Сюда вот выложим его. Вот, попробуем. И вообще, смотрите. А вот в одну ноздрю, сейчас во вторую. Сразу хочу, сразу пробивает. У меня немножко заложен нос. Сразу пробивает, вот, как говорится, у нас сопли наши. Хорошее такое средство, чтобы на мгновение убрать их. Ну, они потом появятся. Приятный такой. Даже я бы не сказал бы, что это вишневый. И груши какой-то, и клубника, и вишни. Всем на свете. Вот. Ну, посмотрим. Ну, чем мне, я говорил, чем мне нравятся снафы. Что быстренько можно достать, когда хочешь курить. Нету возможности. Вот, до перекура. И обалдеешь. Вот такой вот снафик. Вот. Как я... Кстати, еще нету жжения практически никакого. Он, наверное, мягкий очень. Скорее всего, здесь занижены все показатели его, также по никотину. Вот, такие ощущения. Ну, приятный такой вдохи такие фруктовые сразу идут, да. Кстати, я на улице его пробовал, да, когда ветер у нас большой был. Идешь, а когда по улице ветер дует, и, скажем, с вдохом такая свежесть приятная наступает, именно фруктовая. Не вишни, может, кто-то вишню не любит, да. Совсем не вишни. Здесь такая солянка, сбор фруктов. Я бы так назвал бы. Вишни с чем-то. Как груша, клубничка чувствуется. То ли земляничка. Ну, такой очень приятный, такой не надоедливый, не резкий. Мягкий такой аромат. Вот. Чувствую, скажем, вздохом. А на улице этого аромата утраивается даже. Очень приятно так освежиться, просто вот пройтись. Вот. Зимой, наверное, это вообще гром, потому что проходит, наверное, такой вот... освежающий такой вот бодрящий эффект производит. Ну вот, снафик. По крепости, что я могу сказать, ну, он начинает действовать, наверное, через пару минуток всего лишь. Что сейчас я на данный момент ничего не чувствую. Так просто приятно, освежающий такой вдохи. Вот, что хотел, если сравнить тоже с Ozona, вот с этой его, да, вот от этого, я не знаю, что они сюда вот добавляют, здесь... как-то более язык развязывается, понимаете, хочется болботать, бегать, что-то говорить, понимаете, какое-то вот странное ощущение, а от этого как-то все проще, просто они отличаются только ароматизацией, по-моему, табаки у них там одинаковые, просто чисто ароматизация совсем разная, вот, такая красненький цвет, вишенька красная, что сказать, ну, как-то, ну, наверное, он послабее все-таки, наверное, будет, чем вот этот вот. На данный момент у меня есть обзоры на 3 снафа. Вот. На третьих снафа. Если провести параллели, это просто дело в том, что как-то мало смотрят снафы.
Вы пишите в комментарии, ставьте лайки, чтобы я знал, я буду покупать. У нас огромный выбор в Беларуси снафов разных. Я буду делать обязательно на них обзоры. На данный момент вот я сделал три, посмотрим, как будут люди его смотреть. Интересно вам это смотреть или нет. Я выделю, наверное, это самый дешевый, но его тут самое много. Вот. По крепости хороший он. Ну, первое место, наверное, я дам вот это вот Озону, Озоне Президент. Первое место из-за его эффекта, что не просто он взбодряет, понимаете? А такое ощущение, что ты из-за них, ну, не просто снаф, а еще чего-то еще. Потому что сразу начинаешь балбатать, какое-то хочется движение. Очень хорошего. Вот. Второе место я подал бы этому снафу. Кстати, пошил это все делают все эти снафы. Просто разные, как говорится, мазь. Здесь Озона, здесь Литчел Прайс. Вот. Вот первое, второе, вот это, наверное, третье место. И то, они все по-своему, они все хорошие. Вот, этот приятный такой освежающий запах, кому нравится что-нибудь фруктовое, покупайте, нюхайте, пробуйте. Ну, я думаю, рекомендую ли это? Да, рекомендую. Стоят они одинаково, что, извините, вот с этой вот Озоной Президент. Вот. Но это более мягкий, вот, приятный, вот, классненький ароматик в носу и вообще при каждом вдыхании воздуха чувствуешь его. Вот. Пробуйте. Неплохо, но он мягкий. Мягкий такой, небольшой сейчас никотиновый такой эффект у меня есть, но маленький совсем, при выкуривании где-то как пол сигарет. Так что ставьте лайки, если вам интересно будет видео дальше про снафы, про разные. Обязательно пишите в комментариях, я буду их делать. Все, подписывайтесь обязательно на канал. До свидания, до новых встреч.